Огнедышащая масса щедро накладывается на полотно, как черный экран на хлеб. Сверкающий состав и правда деликатес в определенном смысле слова. Это щебеночно-мастичный асфальтобетон, сверхжаркий, 160 градусов в момент укладки. Это новая технология, которая сразу себе совмещает и сцепление хорошее, и плотность дороги увеличивает щебнем. То есть это одно из последних научных разработок. Эти качества особенно важны для данной дороги, горной и извилистой. Идет она от Сергейполя до разбитого котла. Живущий здесь Владимир Папаян говорит, последний раз такой ровной и гладкой была она четверть века назад. Нормальные, спасибо, это дорожникам, видишь, какой дорога делает, спасибо. Такой же процесс идет сейчас во всех районах Сочи. 120 сочинских дорог приведут в порядок уже в ближайшие месяцы. Терпеть заторы осталось недолго, обещают строители. Размах проекта впечатляет. Общая протяженность обновленных трасс составит 300 километров, примерно столько, сколько от Сочи до Краснодара. Это очень масштабный проект в городе Сочи. Ну, это, наверное, первый за последние, наверное, два десятилетия проект такого масштаба. Программа софинансирования в рамках капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог города Сочи. 1 миллиард 52 миллиона рублей – столько сейчас вкладывается в сочинские дороги. Причем миллиард – это средства из краевого бюджета. Более чем крупная сумма выделена для приведения в порядок дорог курорта по просьбе главы Сочи Анатолия Пахомова. И это только по краевой программе, есть и другая. Например, курортный проспект обрел долгожданное гладкое покрытие на деньги из федеральной казны. То есть дороги курорта сегодня – это проект общенациональный. Завершить его планируется к началу осени. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.